Друзья мои, мы двигаемся дальше. Следующий бой вечера. Боец из города Минск. Спортивный клуб «МОПС». Боец синего угла Роман Артющенко! Летайте, сынок, высоко, длинного, там и свой медведь, там и лютый волк. Ты страшен, не медведь, не волк, медведь мой дядька, волк мой братух. Я на тебя понял, ждать, горько будут плакать и дяди. Жена не льет горьких слез, Боже поможет детям без батей. Зори горевать, звезды проливать, на небе тучи воронья. Горе не горюй и не плачь, мать, чему быть, того не виноваты. Братов колоску колосок. Стволом за поясом. Над головой огненное колесо. Стволом за поясом. Смерть косит косой, колоски вяжет стол. Боец синего угла ринга, чемпион Республики Беларусь по кикбоксингу среди молодежи, победитель профессиональных турниров PFC, победитель и призер многих международных турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу, 20-летний Роман Артющенко! Профессиональный рекорд Романа. 3 боя, 3 победы. Любительский рекорд 26 боев, 19 побед, 7 поражений. Будет рам, значит будет бойня. И его оппонент, боец из красного угла ринга, представитель Fight Club Гродно, Юрий Мыбочкин! Всем привет, меня зовут Юрий Мыбочкин. Я представляю команду Fight Club YST. Сегодня мне предстоит сражаться на родной земле. За мной стоит мой город, моя команда, моя семья. Назад пути нет. Мастер спорта Республики Беларусь, серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу, победитель и призер чемпионата Республики Беларусь по кикбоксингу и таиландскому боксу, многократный победитель и призер международных турниров по ММА, кикбоксингу и таиландскому боксу, тренер спортивного клуба Fight Club Гродно, 31-летний Юрий Мыбочкин! Любительский рекорд 55 боев, 45 побед. Профессиональный рекорд по кикбоксингу 13 боев, 10 побед, 2 поражения, 1 ничья. Профессиональный рекорд по ММА 7 боев, 5 побед, 2 поражений. Юрий Мыбочкин! Рефери Андрушкевич Дмитрий Александрович, судья высшей национальной категории.
Бой проходит по правилам тайского бокса. Рефери Андрушкевич Дмитрий Александрович, судья высшей национальной категории. Спонсоры турнира Fight Time Promotion – компания Manutex, основана в 2018 году. Основное направление компании – производство изделий и деталей мебельного декора и множество других товаров из дерева. Сотрудничают с крупными европейскими корпорациями. Мы за экологически чистую мебель и декор в вашем доме. Компания Manutex. Компания «Арт-Объект» с 2005 года. «Арт-Объект» проектирует и производит кованые ограждения, малые архитектурные формы, мебель, предметы интерьера. Работы компании украшают посольство Ватикана в Республике Беларусь, Минское метро, православные храмы и частные интерьеры. Компания «Арт-Объект». All my real homeboys in New York, keep thugging. All the rest of you busters, die slow. Get out the way, yo, Hussein Fado. You know, Biggie Smalls just got dropped. Little move past the mat. And let me... Уважаемые друзья! Ввиду невозможности продолжения боя Романа Артющенко, победу одерживает боец Красного Угла Юрий Быбочкин! Представитель Fight Club Гродно, Юрий Быбочкин! Итак, мы желаем скорейшего выздоровления Роману. Юра, скажи, пожалуйста, рассчитывал ли ты на такой исход или все-таки ожидал, что будет горячая рубка? Да я вообще недоволен боем. Блин, я вышел сюда реально жизнь отдать, а тут такое получилось. Я надеюсь, в следующий раз будет что-нибудь получше. Спасибо. Юра, ну ты нам нужен еще живой, так что ты как, тем более тренер Fight Club Гродно. Мы желаем тебе... успехов! Роман, тебе скорейшего выздоровления и вернуться в наш турнир.